Итак, всем привет! Вы на канале Guns My Life. Сегодня поговорим, как вы поняли из названия, как снять целик на АК-образных, чтобы поставить, допустим, вот такую планочку от компании «Русская тактика» или какую-нибудь другую планочку, или, допустим, крышку ствольной коробки. Тоже там как-то они цепляются, разные всякие есть. Сейчас покажу, как ее снять. И также, как ее одеть. Нам нужна какая-нибудь ткань, чтобы целик не улетел у нас, потому что здесь пружина стоит, вот здесь. И он может улететь. Нам нужна какая-то ткань, обязательно, допустим, такое, что-нибудь. Что-нибудь попроще можно. Вот так вот закрываем, накрываем, чтобы он не улетел. Ставим на коленки, на ноги. Может быть, какая-то стоечка там есть удобная, но у меня нету. Бывает, первый раз не получается. Берем, ставим вот так вот отвертку, чтобы она давила при ударе вниз и в бок. То есть, пробуем. Накроем еще раз. Не получилось. Не получилось. Да что ты такая, бля? Все, слетел. Я повторяюсь, с первого раза может не получиться. Сами видели. Целик у нас никуда не улетел. У нас он в тряпочке. Вот он целик. Невредимый. Здесь только вот коцаки есть. Если видно. Но это так себе сказать. Ни о чем. Вот у нас, если видно, снят целик. Вон она, пружиночка. Такая вот необычная у нас. Второй вопрос. Как его одеть обратно? Ну, здесь гораздо проще, чем снять. Здесь есть направляющие, если видно. Не видно, наверное. Есть направляющие. Ставим в направляющие. Вот так вот. 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 Если видно. И вбиваем его обратно. Все. Все, стоит на месте. Все. Все работает. Кому было полезно это видео, ставим лайки, подписываемся обязательно, комментируем. Что вам не понравилось, что вам понравилось, ставим лайки, дизлайки. Всем удачи, всем пока. Это был канал Guns My Life.